закрывается, но обещает вернуться. Одесский музей современного искусства будет принимать посетителей до 28 ноября. После этого экспозиция и здание на Леонтовича переедет на Французский бульвар. На прежнем месте музей откроет турецкое консульство. Нам удалось сохранить камерность. Камерность такую, ну, там всякие разные другие фразы, там душевность и тому подобное, нам много говорят, что у вас тепло, да? Я надеюсь, что при всех изменениях музея, современных, ну, назовем это, трендах и ожиданиях, мы вас не подведем. Не думаю, что надо жалеть, что мы вынуждены не переезжать, а искать другое место, локацию новую, потому что это свидетельствует в общем целом о развитии музея. В музее прогнозируют открытие на новом месте к середине весны следующего года. С переездом его площадь увеличится в 3 раза, что даст возможность показать как можно больше экспонатов из коллекции. Перед тем, как открыть обновленную выставку для посетителей, будут проведены некоторые исследования. Исследовательский период будет состоять из нескольких этапов. Это будут и тестовые события, где мы будем пробовать разные помещения завода, чтобы понять, как работать с этими помещениями, как они отзываются нашим гостям. Будем проводить фокус-группы и глубинные интервью и запустим тестовые резиденции, чтобы художники проработали с телом объекта, с его историческим прошлым, и чтобы мы составили нашу концепцию на основании всех этих исследовательских работ. К слову, последние 2 дня работы музея на Леонтовича 5, 27 и 28 ноября, будут бесплатными. Посетить его, разумеется, можно при наличии сертификата о вакцинации либо негативного результата теста на COVID-19.